Привет, ребятишки! Вы на моем канале Вика Клаус. Я рада опять вас видеть всех, абсолютно. Кто зашел на мой канал, надеюсь, вам понравится, вы подпишетесь. В конце я надеюсь, что вы поставите лайки. Слышно, мало лайков. Я надеюсь, я стараюсь. И еще я вам хотела сказать, перед тем, как показать, сегодня буду показывать вам все мои вещи на мне, как они сидят, как их комбинирую. И потому что у меня пришло много посылок от моей любимой фирмы Yokes из Италии. У меня, честно говоря, практически не было проблемы с этой фирмой. Ну, практически, говорю, только один раз у меня была проблема, что мне прислали не ту вещь, которую я выписала. Я честно вам говорю, ребят, но у меня не было проблем. Слава тебе, Господи, я год уже покупаю этой фирмы из Италии. Вот. А что я хотел сказать еще, так что перед тем, как показывать, как все вещи, которые пришли через эту фирму, сидят на мне, или как они вообще выглядят на человеке, совсем по-другому, еще интереснее посмотреть, поэтому это делаю. Тем более я показываю немножко, как, что модно, потому что я покупаю модные вещи. Вот, и я стараюсь следить очень за модой, потому что, ну, у меня все равно свой стиль, я не повторяю абсолютно стиль, который я из модного делаю свой стиль. А перед, еще хотела сказать, ребята, здесь маленькая проблема недавно была, это с моими подписчиками, что я узнала, что многие, ну многие, но некоторые из моих подписчиков, и я тоже подписана на них, мы вместе друг на друга подписаны, были отписаны, я долго думала, кем, но потом узнала, YouTube это делал, вот, так что, ребята, я потом прошла практически по всем своим подписчикам и опять подписалась. Вы знаете, ребята, многие отписались, ну не многие, некоторые, многие нет, конечно, слава Богу, потому что, видимо, они еще не были в курсе. А те, которые отписались, знаете, ребята, я никогда ни на кого не отписываюсь. Это не мой стиль прыгать с канала на канал. Если мне кто-то нравится, если с кем-то очень понимаем друг другу, поддерживаем и так далее, я или дружим каналами, я абсолютно этим не занимаюсь. Я абсолютно серьезный человек, не какой-то там, который не знает, что он хочет. Я знаю, что я хочу. И поэтому я вообще человек, который знает, что хочет. Вот, я, конечно, это с удовольствием занимаюсь. Это мне делает вообще съемки, мне делают очень большую репрезентацию моды или города, или поездок делают мне большую очень радость. Тем более сейчас, когда я еще немножко больна. Вот, так что, ребятки, я, знаете, не отписывайтесь. Я не сегодня, то завтра зайду и опять подпишусь на вас. И еще одно дело я хотела сказать. Если, например, вы написали комментарий, и я в этот момент не сразу вам ответила, или не по-дружески тоже посмотрела интересное видео, которое меня интересует от вас, то я вас очень прошу, ребята, не обижайтесь. Я это сделаю позже, потому что у меня сейчас в этот момент немножечко большие проблемы со здоровьем. Я не всегда дома, я иногда на консультациях, я иногда плохо себя чувствую, но я никогда всегда знаю и смотрю, что комментарии пришли, и я на них рано или поздно отвечу. Вот такие слова я хотела вам сказать, потому что мне это очень важно. Оставайтесь на моем канале, мы начинаем моду, начинаем показ новых вещей, известных очень брендов. Вас всех очень люблю, целую. Начинаем. Начнем с моей курточки от Michael Kors, американского дизайнера, который выпускает различные вещи, от сумочек до вещей. У него различные линии, от нормальных до пред-от-порте. Это вечерние наряды, очень дорогие. Я покупаю все вещи через фирму Yokes. Эта фирма очень известная, потому что она продает вещи в известных дизайнеров. Они, я уже вам говорила о многих видео, и они делают, оценяют очень хорошо. И я жду и покупаю
за небольшую цену, сравнительно небольшую цену, потому что, сами понимаете, что это известные дизайнеры, это дорогие вещи, но выходит она действительно очень даже сравнительно недорого, иногда даже очень выгодно. Я хотела вам показать, в предыдущем ролике я вам показывала о том, как я получила посылки вот с этой курточкой. Это курточка от Майкла Коса. Чем она хороша, я вам рассказывала. Здесь можно как жилетку носить. Вот так она выглядит. Я хочу показать вам, ребята, вот так вот она выглядит. Одетая она мне. Я просто хотела показать с вечерней юбочкой, как бы я куда-то вечером пошла на какую-то вечеринку и так далее. Вот я хотела, это первый вариант, который я вам хотела показать. Ребятки, я хочу сейчас показать вам мое новое платьице от фирмы Elisabetta Franchi, которая итальянская дизайнер, которую я купила через Йокс. Последние посылочки я вам показывала. Вот посмотрите, оно внизу как будто накрахмаленное. Вот так вот выглядит. Вот так вот. Вот. А туфельки у меня от Michael Kors. Я купила летом в магазине. Мне очень нравится. Очень модный каблук на этих туфлях. И вот такой каблучок. Вот я хочу показать. Это вечерние туфельки, очень удобные, в то же время модные. Вот, и мне очень нравится это платье, потому что это в стиле корсетном, а в то же время оно такое, ну, модное, элегантное, в то же время немножечко такое, ну, не секси, но как бы намек на это. А в то же время цвет просто обалденный. Я его сочетаю вот с таким бальеро, который я тоже в этом году купила от Патриции Пеппа через одно из шелка. Великолепно, шелк, который не мнется. Цвет ему очень нравится. Петроль называется цвет. Это очень редкий цвет. Я его купила тоже через Йокс фирму, которую я очень люблю. Но я, конечно, не только покупаю там, но в последнее время там это очень... Не надо никуда выходить. Очень классные вещи. Наблюдаешь, покупаешь, если дешевле, проценты и так далее. Ребята, я никого, конечно, не заставляю, но я просто показываю и делюсь своими радостями, своими покупками. Вот это платьице вот такое. Вот так я пошла бы куда-то, конечно, на большой выход и все такое. Так, ребятки, сейчас хочу тоже показать, как я буду носить сверху с курткой, потому что я уже говорила, я очень люблю сочетать такие платьица с курточками. Сейчас покажу вам. Вот я одела сейчас эту новую тоже куртку от Майкла Коса, которая тоже мне только что пришла, и сочетаю с этим вечерним платьем от Elisabetta Franchi. Вот такой комплект, я, например, я уже говорила, куда-то пошла, могла потом раздеться, оставить бульера. Вот так я очень люблю куда-нибудь пойти, опять же, мои вечерние платья с кожными курточками. Вот так вот оно выглядит. Опять же говорю, видео, может быть, немножко меняет. Здесь уталина, а здесь она как бы типа накрахмалена. Здесь что, да, здесь вставленные такие, как на корсетные такие штучки по бокам. Поэтому она так стоит. Вот так вот, ребята. Ребята, сейчас я хочу показать это же в платье Plainsuit, вместе опять же с курткой, которую сочетаю от Майкла Корса. Вот так это выглядит. Я уже повторяю несколько раз. Я сумасшедшая на кожаные куртки. И вообще в Европе это тоже очень стильно. Очень многие люди, которые увлекаются модой, или модные люди, или они очень то есть кожаные куртки сочетают с вечерними платьями. С вечерними, то, конечно, не длинными платьями, а и с юбочками. Вот я так бы, например, тоже вечером куда-то пошла. Такой, еще раз повторяю, куртка от Майкла Корса и сумочка, которую я недавно тоже купила от Йокса. Я еще не показывала, как это будет смотреться с моим платьицем. Вот так вот. Она типа клатча. Вот от Фурлы, фирма Фурла. Ребят, вот так. Ее, конечно, можно повесить.
вот так вот повесить. Вот так она смотрится. Или когда, например, я тоже очень люблю, потому что что мне нравится, это сумочки, что очень длинная металлическая поводочек. Я ношу иногда даже вот так вот, потому что это удобно, зная, что кражи даже у нас бывают. Если ты куда-нибудь пошел, то 100% я знаю, что ничего с ней не случится, она мне не мешает, не падает. У меня две руки свободны. Вот так, ребята, я хочу вам показать все мои вещи, которые я в последнее время купила. Надеюсь, вам понравилось то, что я вам показывала. Я старалась, хотела вам тоже поднять настроение. Еще раз прошу людей злых, недовольных, завистливых и негативных, не приходите на мой канал. Нет шансов, мне безразлично, что вы говорите. Оставайтесь со мной, ставите, пожалуйста, лайки. Не забывайте ставить лайки. Я всех вас люблю, вам желаю здоровья. Всего самого, до скорого. Ваша Эрика Клаус. Пока.